Карты, фишки, деньги. В Петропавловске закрыли подпольное казино. 8 апреля деятельность игрового заведения пресекли сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Североказахстанской области. На оперативном видео момент задержания. Казино находилось на втором этаже в здании автомойки по улице Гоголя. Подпольное игровое заведение посещал определенный круг людей. Это постоянные клиенты либо лица, имеющие от них рекомендации. Цена за вход на азартный вечер составляла 10 тысяч тенге. Во время операции на месте находились 10 любителей покера, 2 крупье, официант и администратор. Владельцу нелегального бизнеса теперь грозят исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества или же штраф до 3 миллионов тенге. Меру наказания определит суд. Были изъяты вещественные доказательства, это многочисленное количество фишек, которые используются в играх. Денежные средства в количестве 88 тысяч, колоды карт в большом количестве также были изъяты. Все лица были установлены, допрошены, дали показания, что в действительности длительное время приходили по приглашению и играли на выигрыш, на денежные средства.